Необычное ДТП случилось в Киржайском районе. Там водитель иномарки сбил лося. Автомашина Hyundai Solaris ехала со скоростью 65 км в час. Запись с видеорегистратора выложил в сеть сын водителя. Он сообщает, что все случилось возле деревни Ефремова. Из леса на проезжую часть неожиданно выбегает лось. Заметить его и затормозить не было никакой возможности. Хоть скорость была небольшая, удар животного о машину оказался довольно сильным. Лось погиб на месте. Интересно, что на место происшествия приехал не только патруль ДПС, но и охотники. Из их слов можно было понять, что они гоняли этого лося по лесу двое суток. Водитель иномарки в этом ДТП не пострадал.